не могу толком сориентироваться. Лень мне вводить навигатор слова Кирюков. Кажется, это вот эта местность. Вон слева Дудерговские высоты. А это селение с чудесным названием Перекюля. Здесь все такие, с такими чудесными названиями. И дорога куда-то наверх идет. Посмотрим. Да, виды здесь красивые. И травы хороши. Вон справа от горы видно уже красное село. Такой плотный жилой массив. О, как торопится по своим делам. Деловая колбаса. Или ты мертвый прикидываешься? Ползет куда-то. Надо ей срочно. Дела у нее. Вот так вся жизнь наша. Все озабочены. Ползут куда-то. Деловые колбасы. Чуть не переехал ее на велике. Вау, так я на месте. Вот лыжный подъемник. Собственно, я на горе Кирюков. Я не ошибся. Внутренний голос меня не подвел. Мы наверху. Город как на ладони. Вон видны круглые купола. Что-то вроде астрономических обсерваторий. Но я сомневаюсь, что Пулково в этом направлении. Впрочем. Подъемник. Ну вот и познакомились мы с горой Кирюков. Можно здесь поискать старое кладбище. Или правильно, погост. Ибо Кирюков и означает погост. Но стоит ли? Надо подумать. Наше исследование будет неполным, если мы таки не спустимся
старому-престарому кладбищу. Тем более, что вот здесь есть тропиночка. О, какой мрачный лес. Не очень сырой, ладно, не будем ныть. Болото пока не видно. Если и где-то есть могила, то на взгорочке. Вот здесь приблизительно. Место отличное. Для такого рода... О, есть все. Вот оно, старое кладбище. Старые крестики. Это ж какой век? 17-й, наверное. Лютеранская потеря. Какие-то протестанты здесь, наверное, хранились. Три могилки стоят к ряду. Очень скромно. И надо же. Кресты не сгнили. Хотя, конечно... Он уже утончился. Металл здесь. Вместе соединения с землей. Совсем тоненькая полосочка осталась. Вот почему они и гнутые. Потому что они уже почти как стебельки трав готовы самые упасть. Их кто-то выравнивает. Кто-то их гнет, а кто-то их возвращает вертикально. Положение. Вот помощнее крест будет. Дырочка была, видно, табличка когда-то здесь висела. Кашатается тоже. Чекованная работа, не штамповка. Новые. Это старое, видно, по работе. Это новая сварка. Использовалась обрезки труб и сварка. Ковки уже нет. И профиль. Уже более современный, прямоугольный. О боже, комары меня одолевают. Вот старые тоже могилки. Интересная форма тоже крест. Скругленный на конце. Здесь ух мощный. О, этому кресту сноса не будет. Еще 500 лет простоит, да? Кованый. Поправим. Сейчас когда-нибудь приберут порядок это кладбище. Придет время. Наверное, здесь какая-то была лютеранская церковь в свое время. Есть ли там у них церкви? И какие-то дома молельные есть у протестантов. У них же ничего почти нет. Ни причастия. Все пряда. Крещение, наверное, как у нас. Не, ну крещение какое-то есть. Но многих обрядов нет. И попов, наверное, тоже. Есть какой-нибудь выборный от общины пастор.
без особых каких-то сакральных полномочий. Красивое место. Покойтесь с миром, братья-лютеране. Вы же нам тоже братья. Ой, как хороши цветочки. Ну, дано утешение человеку в короткой его жизни тоже чем-то порадоваться. Даже вот таким. А вон за могилками был уход. И даже садовые цветы. Ну, правда, уже одичавшие немножко. Самосевом теперь растут, но все же растут. Вот. О, тут уже поперечен, тут тебя не осталось, да? Совсем ты такой одинокий. Ну и вот цветок. О, и большой крест есть там. Поклонны. Вот. Место, конечно, редко посещаемое, но посещаемое. Тропиночка небольшая. Вид отсюда чудесный. А вот и место для пикничков. Тут можно и присесть. Помянуть рабов Божьих. Отсюда вид хороший. Редкий, конечно, для Питера ландшафт. Какая балка. Такого тут не увидишь. Разве что здесь. Как-то все чинно и чисто. Рыцари круглого стола здесь собираются вечерами. Нам туда. Сейчас мы постараемся выехать на главную дорогу. Ой. Чик. Я-то думаю, что это за шары? Это кусты сирени. Это не бугры. Я думал, это какие-то земляные кочки, поросшие растительностью. Нет, это сирень. Это уже человек тут облагораживал окрестные места.
Вот по карте можно спуститься по тропинке. Если карта нам не врет. Вообще OpenStreetMaps классные карты. И чем классные? Тем, что они помогают найти вот такие вот тропинки, как это, практически не видно, а на карте она есть. Бесплатная реклама. Картографическая Википедия OpenStreetMaps. От сердца. Едем. Вот и лето уже клонится к осени. Все идет своим чередом. Плюшевые даже какие-то. Сколько же у вас семян? А про этот цветок-то я так и не уточнил. Как он называется? Запах уже более знакомый. Как у полыни. Интересно. Стебель горьковатый, но не полынный горький. Так на фоне этого поля чудесно смотрится цветок. Солнышко садится. Paratroopers запустили парашютистов. Ну что, всю программу мы сегодня выполнили. Как ветер причудливо завернул семена. Восходящие потоки пошли. Ну да, гора, конечно. Здесь и парапланом летать можно неплохо. Вообще над полем неплохо летать. Обкошенным. У нас там на вырезковом направлении много такого. Я все никак не поздороваюсь с этими воздухоплавателями.